Добрый день! Меня зовут Сабу Анджели. Я студентка 6-го курса лечебного факультета Волгоградского государственного медицинского университета. Моя родина – страна Индия, город Дели. Я активно принимаю участие в культурной жизни моего университета. Выступаю на концертах, посещаю разные мероприятия. Помимо учебы, я очень люблю петь на разных языках, особенно на русском. Я пою не только современные песни, но и традиционные. Однажды по телевизору шел русский фильм, и там звучала очень красивая песня. Я нашла ее в интернете, нашла слова, некоторые из которых пришлось перевести. Мне захотелось ее исполнить. И вот сегодня у меня появился такой шанс. Моя песня о смелых и свободных казаках. Она называется «Не для тебя». Для тебя придет весна, не для тебя дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для тебя. Для тебя цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя. Не для тебя жужжат ручьи, бегут алмазными струями. Там девы с черными бровями, она растет не для тебя. Для тебя придет Пасха, за стол родня вся соберется, вино по рюмочкам польется, такая жизнь не для тебя, а для тебя. Тебя.